Образование и наука неразрывно связаны. В Мозырском педагогическом исследовательская деятельность – это значимая часть всего учебного процесса. Студента привлекают с первых курсов. И только так можно подготовить высококвалифицированного специалиста. Тяга к научным знаниям поощряется на уровне республики. В Мозырском вузе учатся стипендианты специального фонда президента Республики Беларусь, именные стипендианты. Университет является важным, ключевым таким научным, социально-культурным учреждением нашего региона, и мы здесь уделяем огромное внимание развитию науки. Ведь обучение студентов, как говорил президент, должно происходить через науку. В науку идут у нас молодежь, начиная с первых курсов, потом заканчивая университет, у них есть возможность продолжения обучения в магистратуре, в аспирантуре. В то же время мы хотим отметить, что в процессе обучения студенты у нас пишут работы студенческие на конкурс. В этом году у нас порядка 85% работ, которые посланы на республиканский конкурс студенческих работ, получили категории 1, 2 и 3. Не случайно, что День белорусской науки в педагогическом вузе отмечают с размахом. Это, можно сказать, профессиональный праздник. Без науки сегодня никуда. От этого зависит конкурентоспособность всей страны на мировом рынке. Именно поэтому привлечение молодежи к исследовательской деятельности – это забота о настоящем и будущем Беларуси. Задача нашего белорусского государства – это сильная национальная экономика и достойные условия проживания людей в нашем государстве. Беларусь выбрала инновационный путь развития, который невозможен без науки. Конечно же, главное научное учреждение в нашем государстве – это Национальная академия наук Беларуси, но и вместе с тем вузовские исследования также достойно вносят лепту в развитие нашего государства. Сфера исследовательской деятельности в Мозырском педагогическом весьма широка. Языковедение, биология, физика, экология, история, искусство. Здесь даже разрабатывают наукоемкие технологии для промышленности, строительства, агропромышленного комплекса. Но все же приоритетное направление – это педагогика. Причем не просто теория. Конкретные научные проекты успешно реализуются в мозырских школах и детских садах. На протяжении последних 5 лет мы не просто двинулись вперед, мы шагнули вперед. И сегодня, если открыть приказ Министерства образования об инновационной и экспериментальной деятельности, лучше Мозырского района нет ни одного района. 22 экспериментальных площадки, 4 инновационных площадки. И если раньше пробовали только, допустим, городские школы, сельские школы, то потом один из наших учреждений дошкольного образования – руководитель сказал, а почему мы не можем? Что вы думаете, дошкольники хуже? И у нас пошли в инновационную экспериментальную деятельность включаться и учреждения дошкольного образования. Мозырский педагогический университет – это площадка для проведения научно-практических конференций. Также преподаватели, студенты – постоянные участники различных международных форумов и конкурсов. Мероприятие стало поводом наградить лидеров, преподавателей и студентов, тех, кто внес значимый вклад в научно-исследовательскую деятельность всего вуза. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».